Привет, друзья, с вами Миша, и, конечно же, мы не имели никакого морального права пройти мимо жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. Как вы уже знаете, нам в соперники попался кто? Ливерпуль! Ха-ха-ха! Вот это будет правда интересно. Вот правда интересно. Давайте рассуждать, у кого какие шансы. Естественно, с той оговоркой, что обе команды в этом сезоне очень непредсказуемы. Итак, что касается календаря обеих команд. Манчестер остался в Кубке Англии, вылетел из Кубка Английской Лиги. У Ливерпуля наоборот. Ливерпуль не играет в Кубке Англии, а, собственно, в Кубке Английской Лиги Ливерпуль остался провести один всего лишь матч, и тот финал, и тот завтра против Манчестер Сити. Если Ливерпуль выиграет, они будут более окрыленными, естественно, такие все на позитивчике. И у Манчестера, так как вот этот Кубок Англии, смотрите, какая получается страшная 12-дневка. 6 марта у нас Премьер-лига Вест Бромвич, потом 10-е Ливерпуль первый матч, 13-е Вест Хэм Кубок Англии и 17-е ответка с Ливерпулем. В среднем каждый третий день страшнейший календарь. Как будет Ван Галь все это дело ротировать, особенно учитывая то, что у нас каждый день кто-то умирает, ломается, сворачивает шею, попадает под трамвай, тонет, я не знаю, там, суицидом заканчивает. Очень все это интересно. Главное, конечно же, это совершенно очевидно, что поправился не Руни, не Валенсия, не Швайнштайгер, а кто-кто Давид Де Хея. Потому что для нас это полкоманды, а то и все 60%. Ромеро, я ничего против него не имею, но Де Хея это, понятно, не обсуждается. Что касается теперь мотивации. Манчестеру, ну, были, помните, разговоры, а нужно ли нам вообще выигрывать Лигу Европы, то есть для нашего престижа. Давайте вообще начнем с того, что Ливерпуль более титулованная в Европе команда, в Англии, да, мы. Но вот на двоих 8 кубков европейских чемпионов, а мы играем в 1/8. Ну и что? Ну и что? Реальность такова. И у нас как бы обязаловка попасть в Лигу Чемпионов, хотя эта перспектива от нас отдаляется просто со скоростью света. Ливерпуль, если выиграет, а если обыграет Манчестер Юнайтед, для Клоппа это отличное подспорье, потому что у Клоппа карьера вся впереди, в отличие от Ван Галя, в том числе в Ливерпуле. И если Ливерпуль пройдет Манчестер, выиграет Лигу Европы, попадет в Лигу Чемпионов, Клоппу, не знаю, выдадут колоссальную премию, и все его полюбят еще больше. А не любить этого парня просто невозможно. Вы видите, какой он обаятельный и какая у него потрясающая улыбка. Вообще очень позитивный человек. В отличие от нашего старичка. Вот. Манчестер сейчас находится, с одной стороны, под большим прессингом, а с другой стороны, знаете, как-то вот все вот мы так вот уже поупускали в этом сезоне. Особого-то прессинга, наверное, и нет. Потому что Ван Галь уже одной ногой там у себя где-то с женой отдыхает. Второй ногой Манчестер как бы уже и в Лигу Чемпионов не попадает. И все эти разговоры о том, что нам надо выиграть Кубок Англии и надо выиграть Лигу Европы. Все в глубине души понимают, что если этого не произойдет, то уже как-то все вот уже и смирились. Хотя, может быть, я ошибаюсь, но вот у меня такое личное ощущение. Так что по мотивации, я думаю, Ливерпуль будет более заряжен. Особенно учитывая тот факт, что в этом сезоне мы их обыграли дважды. Как это произошло, до сих пор все гадают. Ну, первый матч вы помните, сумасшедший дебют Марсиаля, там мы действительно смотрелись хорошо. А второй матч, который был в январе на Энфилде, Манчестер не показал ничего, но забил один гол, вот и выиграл. Ливерпуль там бился головой об стену, но ничего им не помогало. Ну, конечно же, говорить, кто более мотивирован, кто менее, все-таки, естественно, глупо, потому что для обеих клубов это супер матч, но нету уже хранителей традиций ни там, ни там. Ну, вот какой-то вот Руни, отголоски Руни, нету всех этих Джерардов в Ливерпуле. И Манчестер уже не тот какой-то Карик там ходит, хромает. То есть, по сути, немножечко напоминает это противостояние сейчас то, что происходит в Италии, вот миланское дерби, когда смотришь на миланское дерби сейчас, просто, ну, слезы кровавые наворачиваются на глазах. Так что пишите, друзья, в комментариях, как, на ваш взгляд, какой расклад, кто фаворит в этом противостоянии, Манчестер-Ливерпуль.
Манчестеру еще играть против Арсенала, как бы, в воскресенье, но я бы не стал эту историю привязывать. Потому что понятно, что это будет трудная игра, но там будет настрой совершенно другой. То есть настолько все может кардинально поменяться, исходя из того, кто в Манчестере сейчас восстановится, а кто опять сломается, что, ну вот, если действительно вот против Ливерпуля будут играть вот эти замечательные ребята из молодежной команды в основе, а в матче с Вестхэмом 13-го, где очевидно, ну вот у Ван Галя будет единственная возможность провести какую-то ротацию, там вообще будут играть, я не знаю, там футболисты Академии Манчестерской, там какие-то 12-летние тогда получается, ну вот, непростая ситуация. Но это вот такой очень важный отрезок сезона. Я лично не питаю особых иллюзий по поводу победы, возможной в Лиге Европы. Да, вот, даже вот как-то некорректно говорить, какая к чертовой матери победа в Лиге Европы, когда это только 1/8 финала. И там еще, ну, я Валенсию не буду брать сейчас за гранда европейского. Но там есть Бильбао, кстати, который будет играть против Валенсии, против нашего Гарри Невилл. Ну, испанские команды, как-то они исторически сильны в Лиге УЕФА, в Лиге Европы. Ну, Манчестер для меня в Лиге Европы, ну, наверное, с натяжкой входит в пятерку фаворитов. С натяжкой. Особенно учитывая то, что мы сейчас будем играть с Ливерпулем. Так что, друзья, оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. И по возможности аргументируйте свою позицию на тему того, кто, во-первых, будет играть. Поставит ли Ван Галь Мемфиса, который ярко, так скажем, я его критиковал, за это вы меня критиковали, что я накинулся на Мемфиса. Да, мне хочется, чтобы он был более командным футболистом, да. Вот, соответственно, будет ли сейчас он его ставить в основу, если выздоровеет, да, кто-то вот из футболистов основы. Как будет, кто фаворит, кто аутсайдер, чего нам ожидать, от воскресного матча против Арсенала, все это большой вопросительный знак. Так что, друзья, не забывайте самого главного. Никогда не отчаивайтесь. Всегда болейте за наших, потому что мы Юнайтед. Пока-пока.